I did not, I ain't gonna fall back out, no. Alright, I take it all, me, baby. All I ever ask, are you gonna be my love? Tonight, take it with me. Зараз у вас які амбіції? Продовжувати тренерську діяльність? Чим? Ну, однозначно, це любима робота, вона тяжела, вона психологічно там може бути дуже тяжела. І, як я говорю, завжди там психологічно устал, ну, дійсно, це так і є, але це моя любима робота. Да. Я думаю, нужно отдохнуть і будуть предложения, да, однозначно. Якщо чесно, хотілося б попробувати себе где-то, може бути, многие там шутят, говорят, вот куда он, в Казахстан. Да почему? В Казахстане тоже есть команды, которые, поверьте мне, заслуживают внимания. И с удовольствием, я считаю, если поступит такое предложение. Мне 2 года назад поступало со стороны Кайрата. По финансам и по всему точно могу сказать, что очень хорошее предложение. Но так случилось, что у меня еще был контракт. И я такой человек, что на полпути не останавливаюсь. Я сказал, что если интерес еще появится, то когда я уже буду без работы и без клуба, тогда возможно. А может, в какие-то теплые страны, там, Объединенные Арабские Эмираты? В принципе, есть люди, которые занимаются этим, не буду лукавить. И мне уже звонили даже и говорили, что вот есть там моменты, как вы рассматриваете? Зараз модным, вот, багато бачу спортсменів йдуть у політику, там, депутатом. Ну, с политику я точно не пойду, с меня очень плохой политик будет. Хватит, я так не обижая никого, мы уже видели достаточно спортсменов в политике, и чем это заканчивалось. И насколько плануете взять паузу? Не хочется надолго теряться, потому что, вы знаете, очень легко потерять работу, и если еще ты помнят о тебе, да, на слуху, то еще да. А потом где-то со временем, вы же понимаете. Посмотрим, я не могу сказать конкретно. Если появится даже в данный момент какое-то достаточно неплохое предложение, почему нет? Динамо, перезвоните завтра. Чи був такий от випадок? Ложа руку на серце, можу сказати, що ніколи не було серйозного розмови ні з Ігорем Михайловичем, ні з ким. Договірні матчі в Україні, от вони на найвищому рівні? Ну, я думаю, це все одно десь присутствує, чому мені так кажеться. Я не знаю, на якому рівні вони, але все-таки є ігри, які я сам смотрел, особливо от скандал, коли игра Мариуполя, там была с Горняком «Спорт». Я специально пострел эту игру. Ну, сомнений много, много вопросов. Но, к сожалению, я думаю, если бы руководители захотели, то, я думаю, доказать все равно можно. Ну, не знаю, как это. То есть вы считаете, что это была, ну, игра на ставку, да? Я думаю, что да, потому что был период какой-то, даже у нас в клубе в «Заре», когда мы находились, базировались в Запорожье, основная команда, а именно дубль и Ю-19 в Кременчуге. И вот тогда я ощутил, что вот такое, я сначала не задумывался, потом вот как-то так прослеживалось, что что-то нечисто. И действительно так и получилось, и скандал был грандиозный, но мы сразу же приняли решение. Я думаю, очень правильно поступил в этом моменте Рафаилов Сергей Васильевич, который, ну, отчислили, 11 человек мы отчислили тогда. Хотя много журналистов писали, что это неправильно, они молодые ребята, нужно беседовать. Я не понимаю, о чем можно беседовать даже с молодым человеком, которому 17-18 лет, если он уже этот шаг сделал и нечестно, как говорится. Ну, я думаю, там беседа, ничего не получится. Надо избавляться и не разрешать просто заниматься тем же футболом, пусть ищет где-то другую работу. Вам скаржилися футболісти щодо того, що їм пропонують грати на ставку? Ні, в першій команді однозначно, можу сказати, ні разу не було. Такого, щоб, ну, це точно, не то, що там, що я в першій, іменно. В дублі, опять же, бувало, що виходили на ребят. Даже от последняя тема в этом году, когда в Запорожье там приїжджали іменно поліція, или хто там, вони вели какого-то человека, там суддю були, типа, поймали на договорному. Это после того, когда ребята там сказали, что был звонок, и, ну, поступили, по крайней мере, честно. Чи вам колись пропонували грати на ставку? Ко мне тяжело подойти, наверное, потому что это невозможно. Я думаю, что то, что услышал бы этот человек от меня, то я думаю, он бы не остался довольным человеком. Клуб «Заря» для меня был тогда, это тот клуб, в котором я работал, я дал столько
своего здоровья и получил очень много. Это Пауло Фонсека тот же начал там рассказывать про какие-то туннели любви. Я когда читал, я не мог понять, почему это происходит. Я никогда не обидел и плохого слова в адрес именно Фонсеки не говорил. У меня все было только с этим самым. Хотя в конце вот этого чемпионата Пауло Фонсека сам подошел. Мы пообщались через переводчика, пожали руки. Все бывает, мы люди такие эмоциональные, ну, на эмоциях, может быть. Но это наша жизнь, мы в футболе. Но когда потусторонние силы туда врываются и начинают что-то, для меня это сложно понять. Какой я есть, такой есть, меня уже не изменить. В жизни стараюсь быть нормальным человеком, добрым человеком, потому что столько у нас бед и этих последние годы в нашей Украине, что хочется оставаться человеком прежде всего. Если нужна помощь кому-то, всегда стараюсь идти в эту помощь и делать эту помощь нашим людям. Потому что кто, если не мы, те люди, которые связаны со спортом, есть какие-то возможности, возможно, чуть больше, чем у других. Чи хотіла б зустрітися з Фонсекою вже на чолі Роми? Ну, не ви на чолі. Я можу тільки йому пожелати удачі. Це дуже сильний переход. Все-таки чемпіонат Італії. І тим більше клуб такий з іменем. Я думаю, що у нього все вийде. І іскренне від серця хочу пожелати йому тільки удачі, щоб у нього все вийшло. Луїш Каштро, гарна заміна Фонсеку? Мені складно сказати. Я думаю, це покаже тільки час. І то выступление Шахтера в этом чемпионате, и тогда мы сможем сказать, что-то говорить раньше я не могу, потому что я этого человека не знаю, не видел. Чи чули ви взагалі до того, як він був назначений на пост головного тренера, про нього щось? Ни разу не слышал, поэтому, ну, в принципе, Шахтер правильный, по правильному пути пошел, он до этого пригласил Пауло Фонсеку, вот после Мирчи Луческу. Я думаю, очень правильный выбор был. Португальский язык с бразильским, они очень близки. И этим тренерам легче общаться с теми иностранцами, а иностранцы в основном в Бразилии. Зараз дуже багато легіонерів серед футболістів, а от серед тренерів, ну, можливо, Робров, Ференц Варош у Угорщині, інших, ну, дуже мало. Через знання язиків. Все-таки Сергей достаточно довгое время провел тоже за границей, как футболист, я имею в виду, в Англии и в Турции. Потом, сейчас, когда уже тренер, после «Динамо», он проработал год в Саудовской Аравии. А сейчас Ференцварош, то есть знание, хорошее знание и на уровне общения, на уровне, то есть профессиональном. Он достаточно неплохо знает английский язык, я думаю. Те ребята, которые туда переходят и играют, вы сами назвали Зинченко, Малиновский. Это все футболисты, которые находились в структуре двух клубов наших. Это «Динамо» и «Шахтер». Это те клубы, которые очень хорошее материальное состояние. Те клубы, которые очень хорошо умеют проследить по всей нашей территории Украины. И те таланты, где появляются, то ли это во Львове, то ли это Закарпатье, то ли это Житомир. То есть все лучшее сразу же приглашают к себе. У них академии тоже, я считаю, на высоком уровне. Сейчас подтверждение тому, U20 стали чемпионы мира. Ну, когда еще? Это первый раз в истории, чтобы молодые ребята наши так выступили и стать чемпионами. Это дорогого стоит. Посмотрите, кто в основном сборная наша U20. Это воспитанники, опять же, «Динамо», воспитанники «Шахтера». Основная масса я беру. Да, есть ребята там из других, но основная масса вот именно вот эти ребята. Какое будущее у этих ребят, если они принадлежат «Шахтеру» и у них контракты с «Шахтером»? Вот даже на этот момент. При работе то ли Луческу, то ли Фонсека, то ли Каштру. Но они играть не будут. Они опять просто из аренды в аренду, из аренды в аренду, из аренды. Я считаю тот поступок Зинченко, когда он в один момент просто разорвал все отношения с «Шахтером», там, я насколько помню, и судили же они, и все. Да. Это был правильный шаг со стороны его. Потому что он молодой, очень перспективный парень, но он не видел перспективу своего развития в этом клубе. И, к сожалению, эти клубы, вот они переподписывают на 3 года. Подписали 3 года, поездил по арендам. Вроде бы опять он не нужен, ну, но они опять его подписывают и опять отправляют до конца. То есть они хотят по максимуму выжить. Может быть, со стороны клуба это и правильно.
Но это неправильно по отношению к этим ребятам. Отсылали того же Малиновского. Сейчас, если состоится трансфер Аталанта, там пишут. Аталант. Но они очень много потеряли. Ю-20, я так розумію, ви дивились? Є чемпіонат, з удовольствием. Кого ви, окремо, з гри? Ну, я, прежде всего, это Попова. Вратарь Лунін. Ми його забрали, і вовремя забрали. А якщо б він не перейшов, ну, він би два роки, вторая ліга, перша ліга, ну, його б ніхто, може бути, і забули б. Як думаєте, у нього складеться в Реалі? Я уверен в этом. Я знаю этого парня, у нього фантастический характер і фантастическая работоспособность. Таких людей мало, я думаю, эти люди заслуживают того, чтобы... Прогресс с 18 років, коли ви його знаєте, і зараз? Та у нього сумасшедший прогресс. Вот я смотрю, вот сейчас вот я смотрел выступление его за молодежку эту. Такие мячи тащил, там, вручал. То есть, я думаю, это первая замена. Не, пусть как можно дольше играет Пятов, но я думаю, это первый, кто заменит нашого супер-вратаря національної збірної 5-го, це Андрюха Лунін. А кого б ще б виграли? Попов. Я ще зимою хотів цього парня взяти в аренду теж у Динамо, але не віддали. Як от було чувство, ну, потенціал огромний, центральний защитник. Я думаю, що дуже огромний. Булеца. Мені дуже понравилося. Сікан. Мені дуже понравилося на чемпіонаті, хоча теж в аренді знаходився в Маріуполі, не так много, хоча зараз читаю по першому збору Шахтера, над ньому самые найкращі відзыви, в кожній грі забивав. Значить, можливо, появиться нова зірочка в Шахтері, хоча критикували Петракова, Сашу. Ну, он молодец, выдержал этот весь накал и доказал, что он тренер с большой буквы. Я думаю, дорогого стоит стать чемпионом мира. И когда говорят, большая стоимость футболиста, не факт, что эта стоимость, то, что пишут, она на самом деле. Ну, давайте честно говорить, есть завышенные, есть там свои разные вопросы, я думаю, которые решают клубы между собой. Поэтому я всегда так прикидываешь, ну, думаешь, ну, может и так, но понимаешь, что что-то не так. Здесь это могут знать только президенты тех клубов, которые заключают между собой эти сделки. А вот вы бачили, как витали нашу сборную, когда они приехали? Это отдельная история. Я читал, не видел, но читал там много разговоров. Я вообще не могу понимать наших функционеров, когда те же ребята приехали, сделали такой шаг, они прославили всю нашу Украину на весь мир. Ну, стать чемпионами мира. Ну, я не помню, когда это было еще в те союзные времена, когда Советский Союз был, да, тоже становились там чемпионами мира. Ну, тогда и футболисты чуть. И все другое было. Инфраструктуры, возможности, академии, интернаты, школы. Это вы вспомните. При Советском Союзе совсем другой футбол был. Сейчас очень мало. Да, вот Шахтер, супер академия была. Но, к сожалению, то, что есть на Донбассе, вы знаете, и переезд... Они же намного хуже сейчас условия и все, но они все равно работают, все равно появляются воспитанники. То есть все-таки погано витали нашу сборную? Я считаю, что это вообще там неправильно, но и когда начали писать за эти премиальные, ну как можно вообще, да, они молодые ребята, что значит, когда читаешь там интервью наших работников Федерации футбола, или как она сейчас по-новому, ассоциация, да. Говорят, премиальные это не главное, главное, что выиграли. Ну вы же сами были футболистами, и вы же сами знаете, что такое для футболиста. Это короткая жизнь футбольная. Ты начинаешь там, да, есть шанс в хорошем клубе заработать, но точно так же есть шанс получить серьезную травму и закончить этот футбол еще на взлете, как говорится, может быть сбитым. И что дальше? Ну если они выиграли, они заслужили это, да. Почему не выдать эту премию и не вознаградить ребят? Разве они не заслужили этого? Я думаю, да. Это наоборот будет толчок для других молодых ребят, вот это Ю-20 было, это потолчок для Ю-17, Ю-18, что, пожалуйста, ребята, все в ваших ногах, руках. Ви проти співробітництва з російськими клубами, а от що відчуваєте, коли український футболіст їде в Росію грати? Там мне тоже сложно передать. У нас с Зари тоже при мне уезжали ребята, я просто их немножко не понимал. Не, я понимал в одном то, что я говорю, короткая жизнь спортивная, что все они хотят заработать денег и чувствовать себя нормально. Но не все измеряется деньгами. Прежде всего должно быть какое-то мышление, сердце, как говорится, и понимание той ситуации, которая есть.
бежать за деньгами, бросая все, ну, они же должны понимать тоже, что сразу отрекаются от той же сборной. Тракийский сепаратист, например. Это неправильно тоже так обвинять, но тут нельзя так это самое. У каждого есть своя жизнь, понимание. Я думаю, он когда переходил, он понимал, я не могу так назвать человека, потому что я прекрасно знаю этого, ну как знаю, не то, что там с ним каждый день общался, но я знаю этого футболиста, нормальный человек, нормальный парень, ну, есть свои там у него мухи, наверное, в голове, но это у каждого, взять и у меня их не меньше, чем у него. А как вы ставитесь до натурализации? Категорически нет, это не должно происходить. Ну зачем, а у нас что, мало украинцев, молодых, хороших футболистов, и мы это доказали сами. Ну мы сами доказали, мы стали чемпионами мира. Ну не мы, а Саша Петраков с этими ребятами. То зачем, я еще понимаю, натурализация, если... Ну, тот же бразилец или кто там он по национальности, ему 23 года, и он очень талантливый, и он очень хочет именно, там, он нашел себе вторую половинку. У него есть большая перспектива помочь. Ну, когда натурализуют футболиста, которому 30, то я тогда не пойму, зачем. Ну, сегодня он поможет, да, а завтра? Какой смысл? Потом только больше проблем, как вот сейчас вот было. Слава Богу, что так все завершилось по... вот этой вот натурализации тоже. Хотя Мараеш очень сильный и классный футболист и нападающий. Он действительно заслужил своей игрой и отношением как за Шахтер, точно так же и за Динамо. Я только не могу понять этих людей, которые на протяжении десятков лет вкладывают деньги и огромные, хотя можно было намного меньше вкладывать и развивать это все. И потом в один момент прекращают и пропадают клубы. Но сколько клубов за последние годы пропало на Украине? Ну, очень много. И достаточно неплохие клубы. Кривой Рог, Арсенал, Днепр, ну, Металлист. Ну, это, если взять с этих клубов, то Металлист и Днепр – это те клубы, которые приравнивались к Шахтеру и Динамо. Хотелось бы, чтобы было все равно как можно больше владельцев клуба, которым это интересно, которые действительно вкладывают деньги. Хотя, я думаю, все равно придет то время, когда клубы должны будут хотя бы что-то тоже зарабатывать. Я не говорю полностью, там, ну, даже впредь до полной самоокупаемости. С порушниками режиму, как вы боролись? Знаете, сложно говорить, потому что, опять же, если действительно нарушитель режима и конкретный, я понимаю, что раз поговорил, там, второй, а человек невменяемый, то тут надо быстро принимать решение, расставаться и даже не пытаться о чем-то. Я этого не могу понять, как может спортсмен накануне игры, завтра игра, а сегодня там себе позволить даже тот же бокал пива. Это неправильно. Хотя, будучи в Германии полтора года в свое время, у них это нормальный процесс. Игра закончилась, все в раздевалке выпили по бутылке пива, по две. Там, в Испании, я знаю, там за обедом бокал вина для них это как... Другое дело, что у них воспитание чуть другое. У нас дай бокал вина, закончится бутылкой водки. Без имен, але от були от футболісти в зрі, от, які дуже сильно пили? Та ні, я не скажу, що наоборот, це молодіжь перша, яка була в аренді, приїжджала к нам з Шахтера. Расстояние от Донецка до Луганска 160 кілометрів. Були такі моменти, тренувались на машини. Уже машины были, они могли себе позволить. И в Донецке, там до утра девочки, дискотека и все остальное. Приезжают назад с утра на тренировку, они еле двигаются. Мы остановились, я остановился, думаю, не понял, наверное, перегрузил, наверное, что-то перестарался. Все-таки молодые. Я не мог понять, что происходит. А потом в один момент, когда немножко проанализировал, посмотрел, были даже такие моменты, что я ключи, вот приезжали они, я ключи забирал и... Аж после игры мы играли, и потом после игры им отдаешь эти ключи, можешь ехать.